Доброго утра, вернее, у нас уже не утро, в общем, всем привет. Начинаем наш влог аж с обеда, с 11 часов, и я готовлю обед. Обед у нас будут паста, воду поставила. Сейчас еще ставлю сковородку. Бабах, сейчас будет. И будем готовить мяско. У нас будет паста с мясом. Сегодня утром заехала в Магнит, кто знает с Мушастовки, что у нас один Магнит был закрыт на ремонт, и сейчас его открыли. Ну, знаете, как сказать открыли, я туда зашла, а там, получается, по периметру проходы открыты, то есть ходи, выбирай, а в центре все завалено тачками с неразобранными, нерасставленными товарами. То есть его открыли, но, знаете, весь товар только по периметру, хлеб в тележках прям стоит, вот нужно выбирать так вот. Ну, как-то одно название, что открыли, но еще не подготовили все. Даже купила мясо. Это у нас что такое? Чахатбили, по-моему, да. Чахатбили охлажденный. Вот этот вот лоток вышел на 164 рубля. Вот приазовская агрофирма. Еще я сегодня купила в Магните манго попробовать. И авокадо, и авокадо. Авокадо мы уже пробовали, поэтому мы уже знаем, что это 45 рублей один авокадо стоит в Магните. Манго 73, по-моему. Ну, там 72 с копейками, ну вот 73 рубля. А еще у нас есть кукусики. Курочка жарится. Я немного ее посолила и поперчила, но потом все-таки хочу добавить еще соевый соус. Вот, сейчас я ее переворачиваю потихоньку. И вода на бариллу уже тоже закипает. Пока лук, я его всегда режу, а морковь все-таки решила натереть. Хотя тоже люблю резаную, но вот такие вот штуки, как соусы, люблю, чтобы натерто было. Так, обед готов. И сейчас ждем Антоху, потому что он идет опять пешком. Тушка вчера первый раз шел пешком, и сегодня опять сказал, я иду пешком, даже за мной не приезжай. Вот я не поехала, жду его теперь. Он звонил уже два раза. Первый раз сказал, что вышел, второй раз сказал, что уже скоро приду. Вот уже ждем, ждем. Ну, по времени уже должен скоро прийти. И вчера, когда он пришел, ну, все его встретили, прям бабушка и дедушка тоже говорят, Антоха, как ты шел? А он мне потом говорит, а чего вы меня так встречали? То есть он даже не понял, для нас это была какая-то радость, что Антоха уже вообще взросляк, уже сам идет. А тут он так это, чего меня так встречали? А мы все так переживали, как он дойдет. Ну, все хорошо. Привет, сына. Ну как ты дошел, расскажи. Правильно дошел, только не дошел прям до той дырки и сразу мимо. Ага, а куда дошел? Я до первой прям. Угу. И потом? А потом пошел. Ну хорошо, снимай куртку. Как Антоха сказал, все в своих телефонах, да? Никуда не идем. А куда тебе надо? Никуда. Антошка не хочет ходить на танцы, скажи. Да. И не потому, что он не любит танцевать, а потому, что там много упражнений, да, сынок? Нет. А почему? Потому что я не люблю танцевать. Антоша, посмотри на меня. Что? Ты все любишь? Нет. Да? Нет. А что ты тогда танцуешь, скажи мне? Я не танцую. А что ты делаешь? Я не танцую, я не люблю танцевать. Ты обожаешь танцевать. Нет, я не хочу на танцы ходить. Ты просто на танцы ты не хочешь ходить, потому что там много упражнений. Нет. А почему? Просто не хочу на танцы ходить. Почему? Просто не хочу. Ну что значит просто? Мне этот ответ не нравится. Просто. Просто я не хочу ходить на танцы, потому что танцевала это Алексеевна. Нет, это маленький. Гриша собирается.
школу. Сейчас уже поедем. Так, Гришу первого. Ты кто? Нет! Все, Гриша первый, теперь Антоха. Стоп, после школы 4 урока. Угу, я помню. А то что, можно, пожалуйста? На нем 15. Там мало зарядки, давай. Да все равно, я возьму. Так, теперь Антоха в музыкалку пошел сам. Так, я сейчас включаю стирку. И белое у меня там кимоно, и Гришкина рубашки Гришины и Антошины. Все белое стираю отдельно, их там мало совершенно вещей получается. Вот, и стираю сейчас лаской для белого. В пятерочке была по скидке 139, по-моему, рублей. Ну, вполне себе неплохо. Я вот этого эффекта, знаете, какого-нибудь там восстановления или еще чего-то особо не замечаю. Ну, вот эти все. Для меня это немного маркетинговые ходы. Вот, ну, неплохо. Так, получается, сначала белое стираю. Вот, час 12 ставлю. Дополнительное полоскание. Потом буду вот к вот этой стирке приступать. Переберу это все. И, наверное, сначала темное, светлое еще через раз получится. Через день. Вот опять куча птиц. Вообще так круто на это смотреть. Так здорово. Это все из-за того, что здесь поле убрали, и, наверное, остатки семечек остались, и они сейчас здесь все собираются и едят. Это такой ресторанчик, мини-ресторанчик на 30 гектар. Ну, примерно. Глянь, глянь, сколько их, да? Сидят тут в очереди, наелись. А тут в рядок, да, прям? Уселись такие красавчики. Куда мы сейчас пойдем? Это что такое? Петелечко. Ты тут еще не был? Можем зайти в новую пятерочку, да? Да. Можно прийти на петелечко. Да? Что ты купил? Медиза. Это что такое? Мармеладки? Тебе пятерочка, Фоф. Мама, там не все одинаковое. Не все одинаковое? Да, Фоня сказал, что там другая, да? Да, это другая. А здесь лучше или там лучше? А тут лучше. Тут лучше? Да. А Фоне, короче, понравилась эта пятерочка, да? Ой. Как это накид? На, ты открывай. У нас, наверное, что-то или с батарейкой, да? Мы опять не можем открыть машину. А вот я открыла, быстро залазим. А у нас тут мухи что-то делают. Глянь, что мухи делают. Мухи! Мухи! Ты что, их прогнал? Да. Все, садись. Ну, погоди, мухи. Я вывешивать белье. А у нас тут еще и манишки сушатся, но они уже высохли. Антоша взял манишки. Каждый раз, в общем, кто-то из футболистов, кто ходит на футбол, из детей берут с собой манишки. Ну вот мы их постирали. Да, они уже и высохли, Антох. А чё этот пакет? Напиши ещё этим красным маркером. Мусор. Угу. Да нет, просто я уже хочу другой. А, ты хочешь другой? Да. Рассказываю последние новости. Поели мы, значит, вернее, не поели, а попробовали мы манго. Но я так подозреваю, что он зеленый. Мне кажется, что я смотрела вот у Олесиной сестры. Она сейчас в Таиланде. По-моему, в Таиланде, и там манго, они все желтые внутри, очень приятного, красивого цвета. Здесь же он зеленый и такой, ну, он как бы, он не мягкий, можно сказать, так, чтобы как хотелось. То есть он такой дубовенький. Вот, ну, дети попробовали. Гришке понравился. Гришка сказал, вы что, он вкусный? Все остальные сказали, что не очень. Сейчас еще возьмем родне, поедем попробовать, дадим им попробовать.
Что робот в машине? Хорошо. Несмотря на то, что мы поужинали, нас родня пригласила на пиццу. И мы согласились, я не знаю, когда это все влезет в меня. Но поедем сейчас. Афонька счастлив. Хотя я думала, насобирала специальное яблоко, хотела делать яблочное пюре, чтобы сделать завтра лавандовый зефир. Но я все равно, скорее всего, его сделаю, но уже ночью. Вот сейчас 8 вечера. Поехали, Афонь. Мальчики оделись? Да. Другие мальчики оделись? Да. А я тут вот ведерко яблок насобирала. Семеринка как раз подходит для зефира, она кисленькая, вот и это даже не мытые, да, надо их помыть хорошо и запечь в духовке. А вот какая тизюля. Так, пошли, пожалуйста, тизюля. Так, идем в магнит, уже приехали до родителей. Антоша зашел, а мы идем все. Скидка 100%. Угу. Хоть весь магазин. Магнит у дома. Вау, для чего здесь все? Гриша, пошли. Ну, ты не знаешь, для чего там окна? Для чего там окна? Не знаю, там вот же окно. Шарики. Раз мы приехали, и пицца приехала. 251-й день обмывания Серегиного первого. Точно. А мы все продолжаем обмывать Серегина первого. А сколько, я не знаю, сколько ты порций заказал? Едем. Отходим от пиццы. Это моя. Маргарита, отпускай. Смотри, Колян, смотри, сейчас будем платье смотреть. Помаши. Привет, я веселый парень. Да? Мой красавчик. Тебя увидел сразу, да, довольный? Ты веселый? С бусинок. С кружевом, да? Маня, это Зоя платье на праздник осени, да? Угу. Правда, родители на него не приглашены. Ну да. Младшая группа. Да, самая маленькая. Коля будет завтра вспоминать. Самые это лучшие. Зоечки. А вот это вперед, да, такой? Это зад. А, это спинка, да, так на хвост? Да, спинка. Угу. Ты уже знаешь, вот это как родня там все. Что ты вот это пришила белое внутри? Белое, это, ну, это дублерин вообще. А, это так обтачка. Надо, да? Да. Обтачка, да, видишь? Коля, мы смотрим, конечно. Смотрим платье. Так, я вот эстетическое удовольствие получаю. Когда смотришь? Нет, когда шью. Коль, мы смотрим, видишь, как будет красиво. Да, это ж я, нет? Кружево будет по этим, да? Кружево будет. Белое кружево еще, да, будет. Да, вот здесь тоже будет кружево белое. Угу. Ну, я так думаю, как ты думаешь? Да, да, да. Чтобы к лицу было белое, а не темное. Да, и будет подол тоже. Так, мы поели пиццу, теперь можно пить чай? Нет, да, сейчас мы поставим чайник наш электрический. Нет, только не чай. Вот что значит красивый чайник, да? Как, что за фирма? А что, Серега, обкакался? Андавар. Что у нас за праздник? Какой, расскажи. Зоенька в красивом платье. Это праздник принцесс, да? Да. Ты на бал собралась? Да. А только выключи что-то свет. Жених в трусах. Афонечка, выключи, пожалуйста, скажи, свет. Пусть жених идет одеваться, хорошо? Да. Зоин, осталось еще прическу с бантиком, ладно? Да. Так, ну что, мы уже все в кроватках. Афонька со мной и Антоха. Туда на гитаре. Если мне нравится, я уйду. Да? Да. А что тебе должно тут не понравиться? Сказка. А, мы сейчас читаем сказки. В общем, мы уже какой день на ночь читаем, да? Да. И еще, кстати... Давай книжку. Афоня малыш. Такой вот сейчас умный будем, умные. У нас какие-то умные сказки читаются. Стой, дай я прочитаю. Давай. Нет. Я вот это хочу прочитать. Угу. Сейчас здесь написано. Давай. Ну. А это что за буква? А это? Это ж И такая с палочкой. И вот это. Это Е. У. Му.
Умные. Репка. Нет, умные. Да. Сказки. Давай. Ну, что здесь читать, мама? Ну, давай я начну. Что здесь читать?